когда мы зажигали свечи, было произнесено два благословения. Одно из них, оно стандартное, на любое исполнение заповеди, мы произносим благословение, что мы смогли получить возможность заповеди исполнить. Но было еще и второе. В переводе оно звучит так. Благословенный Господь Бог, Творец Вселенной, который сотворил чудеса праотцам нашим те дни в это время. Простое понимание, что мы отмечаем ту дату, то есть те же числа календаря, которые были много лет назад, в которые произошли те самые события. Тут есть еще более глубокий урок. Известно, что как бы символ Хануки – это свет. Свечи, свет, праздник света. В чем же урок, который этот свет несет? Почему это благословение именно в Хануку? Потому что праздник Песах, когда тоже мы повторяем календарные события, такое не произносит. В чем же особенность, в чем уникальность именно Хануки? Почему произносятся такие слова? Ответ очень интересный. Ханука символизирует, как начиналась история Хануки. Постепенно внедрялась в народ Израиля во времена второго храма эллинистская греческая культура. Причем не только греки, были и евреи, которые тоже ассимилировались и хотели превратить евреев в более, с их точки зрения, продвинутых, более современных, более правильных, внедряя туда свою культуру. И дошло до того, что добровольно-принудительном порядке призывали людей делать то, во что они верят, и против своих принципов. Бунт начался с одной единственной семьи. Семья, отцом которой был Матитьяу и его сыновья, они сказали, мы не согласны, восстали, ушли в подполье. Постепенно к ним присоединилось все больше и больше людей, и буквально стремительно за несколько лет бунт начался с одной единственной семьи, какой-то горстки людей, превратился в всеобъемлемое сопротивление, которое выгнало греков, выгнало их из подвижников из народа Израиля, выгнало предателей и восстановило еще на целые 100 лет царство еврейское, иудейское царство в Иерусалиме и службу в храме. Так вот, обращают внимание наши мудрецы, что это начало пункта, начало сопротивления было небольшое всего лишь зернышко. Как небольшое количество света, которое может удалить, может разогнать любую тьму. Потому что тьма выглядит страшно, темнота, ничего не видно. На самом деле тьма – это всего лишь отсутствие света. И если хоть немножко света принести, тьма окажется, что там ничего не было. Тьма – это всего лишь отсутствие наполнения. Как только наполнение появляется, появляется движение, и все наполняется светом. Если вспомнить благословение, те дни в наше время, это очень актуально и сегодняшний день актуально в наше время. Почему? Потому что у нас у всех есть сложности бытовые, есть сложности всего народа. Мы видим, что и народ Израиля периодически преследует, периодически пытаются на евреев, на жителей государства Израиля какие-то нападки с разных сторон. На самом деле это всего лишь тьма, которая изгоняется при наличии света. Когда смотришь на это со стороны, выглядит чем-то большим, чем-то ужасным. Как только поднесешь свет, оказалось, там ничего, кроме отсутствия света, не было. И вот когда каждый зажигает себе этот свет, зажигает себе Всевышнего, зажигает себе добро, то тьма уходит сама с собой. И поэтому эти слова молитвы Ледор Вадор из поколения в поколение, урок Хануки, который на самом деле не потерял актуальности в наши дни, они светят нам и сегодня. В принципе, то, что вы видите вокруг себя, стены, синагоги, их наполнение, жизнь, которая проходит, тоже тот свет, который изгоняет тьму. Я поэтому хочу пригласить нашего кантора и уважаемого Михаила Князева, мистера, чтобы они исполнили нам песню «Ледор Вадор» из поколения в поколение, как раз на тему тех слов, о которых мы говорили, что урок Хануки остается актуальным и сегодня. Из поколения в поколение, «Ледор Вадор», «Урей Гранат». Oh.
замечательным артистом. А мы с вами продолжаем двигаться, рассказывать, знакомиться с историей традиции. Еще один момент, о котором я сегодня расскажу, это заповедь чтения Шма. Те, кто приходит в синагогу, они слышали неоднократно, слышат каждый день. Что это такое? В Торе есть фрагмент, который, если популярным языком рассказать, написано «Прочти меня, когда ты ложишься и когда ты встаешь». Этот фрагмент соблюдающие евреи произносят дважды в день, утром и вечером. А почему это настолько важно, и какое отношение этот фрагмент, вся эта заповедь имеет к Хануке? Шма Исраэль в переводе – это декларация, это не молитва даже. Многие думают, что это молитва, это не молитва. Это декларация. Переводится ее начало как «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един». Почему это настолько принципиально? Может быть, это наша конституция. Конституция народа Израиля, которая гласит то, что все имеет один и тот же источник. Я до этого рассказывал так называемую тьму, которую мы изгоняем. Вы знаете, что в человеке есть плохое начало, есть хорошее начало. Есть то, что тянет нас сделать добро, а есть то, что тянет нас сделать то, что нам удобно, то, что в какой-то момент хочется, то, чего вот. Понимаем, что не надо, но все-таки хочется. Мы должны понимать, что у нас нет никакого дуализма. В конечном итоге даже плохое начало, даже зло хочет, чтобы мы его победили, хочет быть побежден. Потому что слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един. Когда человек это произносит, он понимает, что и просто произносит, он вникает. Хочу подчеркнуть, что эти слова, эта молитва исполняется только тогда, когда ты понял то, что ты сказал. Не просто побубнил некую фразу на иврите, смысл которой ты не понимаешь. Но ты сказал что-то, в чем ты проникся, то, что ты поверил. Тогда понимая это. Ты понимаешь, даже плохое начало хочет быть побежденным. Так бывает тяжело, бывает у всех разные испытания. Но когда ты понял и решил, что на самом деле все из одного и того же источника, то, соответственно, этот шаг сделать легче. Поэтому заповедь чтения Шма каждое утро и каждый вечер мы для себя в первую очередь произносим и понимаем. Во-первых, что Всевышний един, что есть Создатель, и все, и добро, и зло исходит от Него, как некие испытания, которые делают нас лучше, которые делают нас сильнее. Следующий фрагмент этой декларации Шма Исраэль говорит о том, что мы принимаем на себя заповеди, принимаем себя слова Всевышнего как абсолютное добро и за его запрет как абсолютное зло, от которого мы должны воздержаться. И в конечном итоге мы еще упоминаем об исходе из Египта. Почему? Потому что на самом деле мы с вами объединились, стали народом именно благодаря этому событию. До исхода из Египта наш народ был ничем иным, как горсткой людей, неким собранием с общим предком, которых объединяли разве что гены. Когда люди вышли из Египта, они сформировались именно вокруг этих принципов. Потому что понимание того, что все исходит от Всевышнего, потому что на самом деле у нас есть выбор. Либо услышите эти слова? Слушай, Израиль, Господь Бог, Господь един. Вот наши предки, благодаря которым мы зажигаем сегодня свечи, благодаря победе которых, решению которых мы зажигаем свечи, они не побоялись. Представьте себе, что такое партизанская война против одной из самых сильнейших армий в тот момент, по крайней мере, в этом регионе, греческой армии. Но они понимают, что даже это зло, которое они пришло, это зло, которое хочет внутри, в своей сути, в духовном сути, хочет быть побежденным. Всего лишь тяжелое, но испытание. Вот потому что они услышали эти слова, мы празднуем победу. Потому что наши предки услышали эти слова и вышли из Египта, мы празднуем Песах. И вообще мы существуем. Поэтому эта декларация, это не что иное, как наше существование с вами. То, что мы знаем, что все победимо. Это вся тьма, которая изгоняется легко, когда мы понимаем, что источник всего лишь всего один. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един. И вот после этой молитвы всегда, как бы опять же для себя повторяя, подчеркивается с завершающей своей молитвы у двора Хаим на Каями. И слова эти вечные и живы. Такими, как они были при исходе из Египта, они остаются и сейчас, и в наши дни, и для нас, для каждого человека, при всех испытаниях, которые мы имели много, и в повседневной жизни, и как народ, эти слова, наверное, укрепляют дух, позволяют нам выдержать дальше, преодолеть все. Поэтому я хочу попросить наших замечательных артистов, Урели, Михаила Князева, передать атмосферу этих слов, которые вечные и живые у двора Хаим за Каямин. Пожалуйста, Урели,
Yeah,
покажу историю, которую я слышал от старожилов Иерусалима. Просто передать немного выделить уникальных людей, потому что я когда вырос, у них вот духовное с материальным, повседневное, со святым настолько переплетены, что они неотделимы. Не потому что история обязательно сильно веселая, но она жизненная и много показательная, потому что такие истории в Иерусалиме происходят, происходили и, наверное, будут происходить. Когда, кстати, очень мне понравилось в свете резолюции, слышно было против Израиля резолюция, что Восточный Иерусалим не наш, что Иудея не наша. Очень красиво выступил министр иностранных дел Израиля Либерман, что через 2000 лет, когда уже забыл, что такое вообще он, как зажигали у стены плача ханукальные свечи, так и будут даже как ханукальные свечи. Вот это такая вечность Иерусалима. Итак, я расскажу такую небольшую историю из жизни этого города. То есть это было в 1975 году была очень такая, кстати, холодная снежная зима. В Иерусалиме это не как у нас. Снег — это такое целое событие. А когда большое много снега, чтобы он даже 2-3 дня пролежал, это уже вообще весь город парализован. Так вот, тот человек, который мне рассказывал, уже нет сюда, встретил, включает друга, который бежит по заснеженным улицам, спрашивает Рабзалма, ты куда спешишь? А вы знаешь, есть старая Хая Туба, мы у нее миньян собираем. Миньян — это кворум 10 человек, кворум для молитвы, кворум для любого значимого события. Говорит, зачем? Он говорит, обед снимать. Обед — это клятва. Кворум может иметь такие другие полномочия, снять какие-то клятвы. Говорит, удивился мой вот рассказчик. Говорит, ей 104 года, дай Бог нам всем. Она уже много лет вся больная, так что уже десятки лет назад врачи ей говорили, что ей осталось прожить несколько месяцев, но те врачи, которые прогнозировали ей переход в мир иной, сами же давно там, ее никак не дождутся. Зачем ей снимать обед? В чем вообще дело? Вот, и тут начинается очень интересная история. История берет свои корни в 1883 году. Опять же, в городе Иерусалиме, тогда раввином Иерусалима был известный праведник, который, можно сказать, сформировал его духовную сущность, его быт, рав Йосеф Хаим Зоненфельд. Он сам приехал по приглашению жителей Иерусалима из Венгрии, был учеником известных раввинов, помимо того, что он грамотно был еще и святым человеком. Вот рав Йосеф Хаим Зоненфельд, когда был там раввином, зима 1883 года, снег, которого вообще еще не было, даже старожилы не помнят, снег чуть ли не пока, не знаю, метр снега, и девочка, это вот Хая Тоба, которая созвала меня, мне когда было 12 лет, сидит у окна, смотрит, улица пустая, снег на нем, никакой снегоочистительной техники в 1883 году, да понимаю, не было, и сейчас там ее нету, тем более тогда, но на солнце снег было, но не так. Вот, и видит, что в горку идет, вот Рав Зоненфельд, старенький, идет в горку, понимает, что он сейчас подскользнет, потому что она там с подругами играла в снегу, она знает, как там скользко, решает спуститься на улицу, посмотреть, что все было хорошо, спускается, раввина уже не видно. То есть она понимает, что он уже где-то лежит, скользко, не встать, бежит, стучит в соседние двери, евреи, помогите, Рав Зоненфельд упал. Побегают мужики, пытаются поднять, но скользко, сами начинают падать, говорят, слушайте меня, мы тут играли в снегу, я вам скажу, как поднять, посадите вначале под плечи, под ноги, помогла поднять, раввин отряхнулся, посмотрел, что целый, кости целы, но она побежала домой, говорит, девочка, постой, девочка, хочу тебя благословить, ты меня спасал, потому что я бы тут не заметил, ты я бы тут лежал бы, благословить меня долголетие до прихода Машиаха. Девочка, конечно, ответила, амэн, такая дома, и убежала домой. Вот даже особо родителям не рассказала, просто, ну вот так приятно, родитель благословил. Бежала домой, шли годы, девочка вышла замуж. В 1924 году у нее родился первый внук, у которого уже очень старенький Рав Зоненфельд, когда он был уже далеко за 90, был сандак на его обрезание, сдержал ребенка, такая самая большая почесть. Через 10 лет у этой Хая Тобы случился первый инфаркт. В то время, после инфаркта, 30-й год, человек обычно долго не жил. И вот ей начали врачи прогнозировать, ей несколько месяцев осталось, тебе еще осталось далеко. Но годы шли, мессия не приходил, когда в 48-м году образовали государство Израиль, то Хая Тоби было уже 77 лет. И она хоть с трудом, но вопреки всем прогнозам, еще ждала мессию, которую Рав Равин обещал ей дождаться.
В 1971 Харри Тобби исполнилось 100. У нее уже были 18-летние дети правнуков к тому моменту. 18 дети правнуков, это надо дожить. Правда, она уже породила в последний путь двоих детей и страдала от разных болячек, вообще каждая из которых, как мне пока не рассказывали, могла умертвить человека. Но она была не простым человеком, она была человеком, который сам раввин Иерусалима пообещал долголетие до прихода Машеха. И последние годы для нее были очень тяжелые. Поэтому после консультации она подослепла, она ничего не слышала, стала ужасные одышки уже с времен того инфаркта. И посоветовавшись с раввинами, которым она сказала, что затрудняется так больше страдать, она попросила снять с нее благословение праведника. И получается, миньян собирали не чтобы взять обед, а чтобы снять благословение. Она говорит, некая раввин, который попросил меня, пожелал мне это, я благодарен, что это сбылось, но я понимаю, что я устал, поэтому мессия еще не пришел, я уже не могу ждать, я вот вместе с мужем, с детьми буду ждать его там. Пожалуйста, снимите мне обед. Ну что, евреи, наверное, рассказали эту историю, конечно, если раввины постановили, десятером собрались, как принято обед снимать. Обед сняли, она после этого, конечно, благословила всех добром, благословила долголетием и, как подмигнув, сказала, что если вам надоест долголетие, вы знаете, как собрать 10 человек и что делать. Ну, как в Иерусалиме истории всегда непростые, под следующее утро люди проснулись в объявлении, знаете, такая машина, кто был в Иерусалиме, наверное, знает, когда недавно кто-то что-то важное событие, там же людей нету, по крайней мере, у религиозных телефонов с интернетом, смс-оповещания, ездит машинка с динамиками, и объявляет, так, такое-то мероприятие. Вот следующее утро, тоже заснеженное утро 75-го года, поехала машина, которая объявляла, просила всех собраться на похороны вот уважаемой Харри Тобби, которая после долголетия, после такого серьезного долголетия, ушла из жизни. Вот Иерусалим переплетал, знаете, у нас дискуссия эвтаназии, Иерусалим, если эвтаназия нужна, она была духовная, настолько переплетено духовное с материальным, что атмосфера этого города не позволяет существовать иначе. И сила раввинов, сила праведников, которые заложили фундамент этого города, заложили фундамент этих общин, и духовность самих жителей породила особых людей. Один из них, композитор Дов Зельцер, он написал песню, передающую эту уникальную атмосферу, эту гармонию вот, духа и материального святого города. Называю переводится и название, и припев песни, как «Дай субботу и дай мир в город Иерусалим». Потому что суббота, шаббат, в принципе, это духовное начало. Мир и материальный мир – то, что мы с вами объединяем. Вот в городе Иерусалиме как соприкоснулись два мира. И вот я прошу нашего уважаемого канта Гавриэля Граната, поскольку нам передал атмосферу без слов, передать атмосферу со словами «Тен шаббат». Бетен шалом, баир Иерушалай, дай субботу и дай мир, город Иерушалай. Речь о нас, пожалуйста. Shalom, Bahir, Bahir, Yerushalayim.
Дорогие друзья, с точки зрения, скажем, рассказа музыки, который на этой песне мы сегодня завершаем, желаю всем хорошей светлой Хануки. Те, кто хотят зажигать ханукальные свечи, у них, не дай бог, еще нету ханукального светильника. Лариса, я могу попросить тебя быть ответственной. Те, кто хотят зажечь ханукальные свечи дома, дай им, пожалуйста, у нас подарочный набор. Вот там они стоят, да. Я благодарю всех, что пришли. Желаю всем вашим домам, вашим семьям хорошей, светлой Хануки. И наши ворота, наш общий дом всегда для всех открыт. Спасибо большое Урею, спасибо Михаилу, Ларисе, всем, кто помог организовать. Спасибо вам всем. Без вас Ханука не такая светлая, она вообще никакая. Спасибо. Несмотря на то, что у нас как бы музыка тоже закончилась, но я думаю, что праздник Ханука продолжается. И мы попросили, во-первых, такая возможность услышать Мирели есть не всегда. И мне кажется, раз у нас Ханука, мы празднуем Ханука вместе с ним, вместе с Равином, она у нас обязательно будет хорошая, и весь год у нас тоже будет хороший. И мы попросили Мирели еще немножко с нами побыть, если мы не против, и спеть нам еще с вами хотя бы пару песен. Дорогие девушки наши, ни один, почти что ни одно мое выступление не обходится. Спасибо большое вам. Очень кстати. А? Нет, я не вкусом. Так.
практически почти что ни одно наше с Мишей выступление не обходится без того, чтобы мы спели украинскую замечательную песню «Черные брови карие очи». Почему именно ее? Потому что это было для меня эта песня дорога, потому что это было первым произведением, которое я спел своему тогда еще будущему учителю Рабу Хайму Лезеру Верштику, мировому кантору. Вот, потому что это вся еврейская музыка, которую я к тому моменту знал. Да, именно так. Вот с этого все и началось. Поэтому вам, дорогие девушки, именно этот шедевр. Положительный настрой, ведь Ханука всегда действительно вот этим маленьким светом разгоняет огромную тьму. Сейчас самые короткие световые дни, самое унылое, холодное, депрессивное время года. Но в русской зиме есть огромный шар, есть красота, есть блеск, есть тройка, есть буйство зимней природы, если можно так выразиться. И всегда мы выросли на этом. Мы привыкли к этому, это чудесное явление, которое надо как можно чаще созерцать, чтобы размытые реагентами улицы окончательно нас не втоптали в эту серость. Русский романс «Бубенцы».
Хорошо? Вот, а потом...